Если у вас утром не хватает энергии, вы чувствуете общую усталость и недостаток энергии, вам поможет медитация. Как правильно принять решение, когда человек не может выбрать из возможных вариантов, где акцент правильного решения? Акцент решения может возникнуть только в том случае, если человек отдыхает и не думает ни о чем. Во время отдыха правильное решение придет. Медитация на включение энергии утром. Итак, рассказываю об этой медитации. Если у вас утром не хватает энергии, вы чувствуете общую усталость и недостаток энергии, вам поможет медитация на включение энергии утром. Проводить данную медитацию вам необходимо вечером. Сидя с открытыми глазами, делайте медленные вдохи, все равно, чем носом или ртом, и ненадолго задерживайте дыхание. Выполняйте данную медитацию несколько минут. Вдох при этом должен быть длиннее, чем выдох, а выдох должен быть резче и короче. Утром, когда вы проснетесь, вы будете чувствовать себя более энергетически заряжены. У вас появится энергия и силы двигаться дальше, жить, работать и любить. Таким образом, вы накапливаете энергию в вечернее время. Сидя вечером перед телевизором, поделайте медитацию, в которой ваш вдох будет гораздо длиннее вашего выдоха. Утром проснетесь, и будет у вас очень много энергии и хорошего настроения.